Вас приветствует Алена Ариесу. Значит, что принесет вам воскресенье? Ой, девочки, успех. Какой-то успех, радость. Знаете, как победа в чем-то. Напишите, какие победы у вас будут в воскресенье, для того, чтобы я знала. Победа, знаете, в чем? С кем-то вы будете спорить или кому-то что-то доказывать. И в этом ждет вас победа. Может быть такое, что вы будете праздновать победу, ну, к примеру, которая будет у вас была у вас в пятницу. Тоже вполне возможно. Так, сейчас скажу, о чем это. Какая-то неожиданная поездка, пока, которая от вас скрыта, как-то прям вот неожиданно. Это может быть поездка, связанная с работой, бизнесом. Ну, давайте посмотрим, с чем. Да, вот вообще никакой информации, скрытая какая-то информация о поездке. Но поездка тут точно будет. Ну, вот. Но будет она прям очень неожиданно. Вот видите, опять колесница. Тут все карты поездки, какая-то неожиданная поездка. Может быть, учитывая, что новости радостные все-таки, может быть, прям горящая путевка, и прям моментально купите путевку, поедете отдыхать в воскресенье. А вот встреча какая-то будет у вас очень приятная. Это, скорее всего, после обеда, может быть, ближе к вечеру. А вот, ну, вопрос с поездкой, да, может быть, просто решится вопрос с поездкой неожиданно. То есть как-то вот на заднем плане, это то, что я имею здесь в виду, что вы хотели куда-то поехать, да, и не знали, как, в общем-то, осуществить. Вот, здесь тоже может быть горячая путевка, может быть, не знаю, подарят вам путевку, может быть, ваш молодой человек предложит вам поехать на отдых. В общем, как-то неожиданно, и вот на заднем плане этот вопрос будет решаться. То есть не вы будете это решать, а вы получите только радостные, счастливые новости, связанные с какой-то поездкой. А вот, в том числе, вполне возможно, что в компании с мужчиной. Королева мечей в данном случае играет роль как раз-таки решающей силы, которая независимо от вас решит к вашему удовольствию. Да, вот радостная новость, и опять поездка. Я бы сказала, что может быть даже отъезд у кого-то быть. Либо решится вопрос, может быть, отпуск вам неожиданно дадут. То есть вы хотите поехать куда-то, может быть, у вас все есть. И может быть даже такое супер счастливое совпадение, что и горячая путевка будет, и отпуск дадут. В общем, как-то так. В общем, день будет очень счастливый. Может быть такое, что поездка куда-то на отдых, там, на один день, на воскресенье. Вот. Но день будет очень счастливый. Но тут все крутится вокруг какой-то поездки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за поездка у вас такая неожиданная, или как неожиданно решится вопрос с какой-то поездкой или отъездом. Ну... Да, карту совета. Думаю, что-то я забыла. Карту совета на воскресенье, мои хорошие. Так, да, на верховная жрица, да, вы обладаете божественным знанием, и ваше духовное учение помогает людям. А в рамках воскресенья совет данный звучит приблизительно так, что вы реально обладаете волшебными способностями, и все, о чем вы думаете, тут же воплощается в жизнь, по крайней мере, в воскресенье. Чего я вам искренне от всей души желаю, пишите в комментариях. С вами была Алена Ариес. Всего наилучшего. Пока-пока. До новых встреч, новых видео.